листьев, разноцветное горение и дождя, шуршащая струя. Созерцание — это постижение непостижной сути бытия. В этот час той тишины священной, когда, видя красоту твою, я в нее внедряюсь постепенно и тебя всем сердцем познаю. Под сосной или где-то на Синае, на горе или в храме, все равно. Я не верую, я точно знаю, ибо сердце в сердце внедрено.